А? Мы не против. Значит, мы работаем в компании FFI. Все подходите, вы не стесняйтесь, подходите тоже ближе. Вам, вы были на первом тренинге, подходите ближе. Вы помните слово? Кто поет, идите туда поближе. Короче, не работали, только пели. Готов? Медиатор есть? Сергей, ну что, а где твой микрофон? Запевала член команды «Платина» компании FFI Столбов Сергей, город Ангар. Спасибо. Мы будем немножко подглядывать, потому что у нас тут было много версий. Но на самом деле эта песня родилась под воздействием того, что происходило все эти дни, и потому что в душе просто ураган чувств, и мы сейчас попробуем вам кое-что из этого передать. Окей? Не привыкать, у него не забалуешь. Раз, два, три. Я пою, и предо мной мир огромный и цветной. Люди полные огня пришли в мою судьбу и увлекли с собой. И я увидел свет, я понял, я другой, я свободен. Словно птица в небесах, я свободен. Я забыл, что значит страх, я свободен. С диким ветром наравне, я свободен. Наяву, а не во сне. Чтоб мечты свои достать, надо мне сильнее стать, надо мне мудрее стать. Иду я к истине, по радуге побед. В моей душе сомнения больше места нет. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. Если хочешь побеждать, должен ты себя познать, должен ты причиной стать числу своих побед. Забудь про слово «нет» и покажи дорогу тем, кто хочет стать свободным. Словно птица в небесах, стать свободным. Забыть, что значит страх, стать свободным. С диким ветром наравне, стать свободным. Наяву, а не во сне. Бог возможностей для нас открывает каждый раз. И готовы мы всегда ему ответить. Да! Стоим один за всех, лишь с верой нам всегда сопутствует успех. Мы свободны, словно птицы в небесах. Мы свободны, наша жизнь в наших руках. Мы свободны. Нам открыты все пути и дороги. Лучше нашей не найти. Мы свободны.
свободны, нам открыты все пути, потому что мы в команде просты, мы свободны!